Добрый день, очень короткий отчет о проделанном покосе 30 июля, пятница 2021 год, вот Суворовское училище, летний лагерь. Ну, получается, зачет 30 июля 24 сотки. Получается, за 5 дней вахтенным способом 29 соток. Вот получается участочек. Туда получается 57 метров. А ну вот, некоторая длинная ширина 47 метров. Ну, за вычетами вот этого вот бетона. Вот. Это я отдельно куски вот замерял. Получается 24 сотки получилось. Вот, вот такой участочек. Вот такой участочек. Еще там прямую дорогу сделал до охранника. Вот, коротко, 24 сотки. Получается, первый день, в понедельник, 26-го, получилось 23 сотки сделать. Второй день 28, третий день 29, четвертый день 25. И вот сегодня, так как таксист на 2 часа задерживается, вот решил статистику не портить. Вот тут еще работу себе нашел. Ну, 24 сотки точно, честно. Мне очень честно быть честным. Важно быть честным. И вот тут еще тут всякие пути дороги сделал. Вот. Вот такой участочек. Получается, статистика какая? Конечно, трава бывает разная. Я показывал видео, если кому это интересно, посмотреть на YouTube-канале Стороженко Владимир. Под дубами там, конечно, стоят эти как бы... Это редкая трава, она там просто наотмашь направо-налево рубится. Ну, а бывает вообще там, вот здесь ложил, тут вообще... Кстати, ушло, вот получается, сегодня 8 кусков лески. 8 кусков на 2, 16 метров. Просто леска улетает махом. Что-то надо перемерить остатки бобины, что-то мне кажется... 50 метров ушло лески желтой, вот троечки, просто, блин, расход конкретный по леске, по кустам, по бетону, по куветам. Все, и от бензина от 20 литров осталось, а вот 1,5 литра бензина осталось. Это получается 18,5 литра бензина. Леску перемерю. Ну вот статистика получается... 129 на 5. Вот. Ну, больше 20 соток каждый день. Штиль молодец, вывозит. А, ну вот, катушку придется. Катушку вот сейчас покажу, как стирается катушка. Я ее, в принципе, вот месяц засекал. В том году я 5 катушек стер. Вот видите, дырки получаются. Сюда набивается земля. И уже идет, короче, разбалансировка. Уже... вибрация идет. Вот, но на этой катушечке еще можно поработать. Но надо покупать. Вот видите, дырки. Вот, обычно вот это стирается, потом начинает стираться вот это. Белое. Ну все, помогай Бог. Все отчеты на YouTube-канале Стороженко Владимир. Заказы по телефону +7 924 123 24 44. Ну все, отчитался.